Думал, может, поклевку получится заснять. Хоть и клюет не так часто, но клюет. Клюет в основном окуньки маленькие. А вот там вот, возле кустов, возле камыша, слышно, что чавкает карп. Знаете, такое? Такой вот звук. Вот там, возле камыша, с той стороны, тоже как будто бы чавкает карпик. Сейчас рассвет. Там солнце встало. Но солнце сегодня будет жарко, поэтому нужно будет оставаться в тени. Травы стало еще больше. В целом все хорошо. Все как было. Ос нету? Серьезно? Ух ты! Прикольно. Тут кто-то был, друзья, и сломал гнездо. Но у них там нету? Может, оставили записку? Надо посмотреть. Вот там снизу есть дырка. И осы вообще не летают. Ну, прохладненько, нормально. Веточка тут, что это, сеноставка? Ничего нету. Ну, это до 12:06. Друзья, вы не представляете, какой хорошей идеей было заехать сюда спать после рыбалки. Тихо, спокойно. В избе все хорошо, ничем не пахнет. Тут проветривается, окно открыто. Через пол засасывает и проветривается. Ой, друзья, сейчас у нас последний жаркий день, и этот день самый жаркий за август, возможно, даже за июль, и я очень рад, что мы были здесь, на избе. В избушке прохладно, спалось отлично. В общем, одни плюсы. Покидаем эти места и увидимся с вами уже в землянке.
Друзья, буквально вчера стояла 30-градусная жара, а сегодня сильный и холодный ветер. И мы считаем, что сегодня будет очень комфортная температура для работы. Хьюго тоже не жарко, но снова появилось много клещей. Много снимаем с него. И сейчас вот я знаю, что у него где-то вот тут слева есть один. Он не дает его снять, уходит. Ну, рано или поздно даст. Вот такие дела. Ну, пока ходим, смотрим, где найти бревна, чтобы их распилить. И по лесу попадаются вот такие вырытые ямы. Кто-то копал, не докопал. Они как будто бы там не летают уже даже, а просто умерли, замерли. А нет, вот зашевелились. Это же надо было им найти нору такую большую, чтобы там обосноваться. Нынче ос много, нужно быть аккуратным, держаться от них подальше, смотреть, куда наступаешь. Ого! Ого! Она ведь сухая уже? Ну, погнали. Какая структура вообще? Смотрите, какая красивая структура дерева. Оно немного подгнило, но не до конца еще хорошее. Вот на той она потолще, будет еще красивее. Здесь уже не то, просто белое. Ну вот, друзья, было обычное бревно, а стал деловой материал, полубрус. И с одного бревна мы посчитали, без вот этой вот части, мы посчитали, у нас целая стена снова готова. Вот это бревно пойдет на участок той стены, которую мы не успели закрыть в прошлый раз,
На сегодня уже все. У нас силы закончились. Хьюго даже вот лежит, устал. Кстати, лежит очень-очень рядом с осиным гнездом. Вот здесь где-то осина. Хьюго, фу! Фу. Вот здесь осиное гнездо где-то под бревнами. Я думаю, что я его закопал опилками. Они потому что вылетают, летают здесь, короче. Друзья, вот эти бревна унесем завтра, потому что уже сегодня нет сил. Напилили много. Просто пришли, и целого бревна, можно сказать, нет. Ну вот тут остаток остался. Может быть, пойдет на крышу когда-нибудь. Довольно неплохая толщина у него, поэтому, может, и возьмем. Знаете, друзья, сейчас погода так изменилась. И наступила, по сути, моя любимая пора. Не жарко, работается хорошо, инструмент не перегревается. Хьюго чувствует себя отлично, ему не жарко, он не дышит через рот. Ветерок обдувает, короче, вообще благодать. Вот так не совсем влазит пила. Не знаю, как буду пилить с этой стороны. Ну, по сути, аналогично. Ну, по сути, здесь ширина одинаковая. Я думаю, со второй стороны также просто немножко помучиться и что-нибудь получится. У нас возле этой стены обвал произошел. Сейчас буду убирать. Потом уже будем устанавливать бревна на стену.
Так, друзья, неплохая 12-сантиметровая доска получилась. У нее нужно отпилить края, чтобы она прилегала хорошо к другому брусу. Я уже разметку сделал, осталось натянуть веревку и распилить. И ворона там что-то пытается мне сказать. Вот это, вот этот горбыль, аналогично нужно будет спилить края, чтобы он ровно прилегал к бревну, которое будет под ним. Чисто такая мощная доска, брус. И сколько он? Хватит? Ну что? На стенку. Нет. 30. Еще 7 сантиметров надо. Yeah.
нужно работать с этим, в принципе. Ну да, сегодня что. Вторую также. Так, снова вот такие ровные стенки получаются. С этой стороны вот какая красивая ровная стена получилась. Осталось джут законопатить, и вся ровность стены будет видна, так скажем. Это получается такая же. У нас осталось последних два бревна, последние два бруса. Мы их установим и будем собираться домой. Уже силы на исходе, усталость. Бензина нет. Бензина нет. Хьюга. Хьюга только что услышал, что я сказал слово «домой» и уже бежит. Хьюга спит в палатке весь день. На самом деле это даже хорошо, что он спит в палатке. Это меньше геморроя и нам, и ему. Это меньше клещей, меньше оводов, меньше мошек, всех, кто его покусал. Вот такие дела, друзья. Друзья, имейте в виду, что вот эта веранда, которая устанавливается к палатке, она идет отдельно от палатки. В комплекте с палаткой ее нет. Отходи, отходи, выходи. Сюда.
Ну вот, друзья, наконец-то и дымок повалил из трубы. Печка горит, палатку расставили. Места теперь там много для нас троих будет. Хьюго уже нашел себе местечко. Тут уже тепло, тут уже гораздо теплее, чем на улице. Ну, он так-то только начал разбираться. Ну, в принципе, сама по себе же, это же палатка, в конце концов. На улице уже темно. Мы сегодня как-то запозднились, приехали поздно. Вот я разговариваю, у меня даже пар изо рта идет. Холодно уже стало, друзья. Все. Ночью было не холодно спать, думали, будем топить, но вечером зашли, немножко подтопили, пару часов, наверное, и легли спать, и, в общем-то, вообще забыли про это. Хьюго тоже не замерз, нормально спал, без проблем. Утром тепло, сейчас вот печь мы не топили, солнце очень сильно, солнце светит, пьем чаек и выходим на улицу. Уже третьего колеса нахожу на себе, пока за водой езжу. Вот так, не снимая со штанов его, поджигаю, чтобы не трогать. А вот еще один, то же самое. По-моему, больше нету. Или я просто не вижу. Хьюго еще со мной пошел. Сейчас на нем еще по-любому дофига клещей будет. Но это уже в лагере было смотреть.
Как-то так быстро дождь начался. Вроде все нормально было, только что все светло было. Солнышко светило и дождь полил. Мы закончили распил этих бревен, которые в прошлый раз оставили. Сейчас их забираем и идем в лагерь прятаться от дождя. Ну вот там, посмотрите, просветы. И там просветы. А вот та сторона затянута так неплохо. Затянута тучами, имею в виду. Ну все, пока дождь сильно не начался, а он уже довольно сильный, надо валить в лагерь, друзья. Пока дождь идет, решили заняться по мелочи делами. Это проконопатить стены и ошкурить скобелем бревна. Друзья, появился у нас на вооружении новенький инструмент. За инструмент большое спасибо Людмиле из Ульяновска. Вообще Ульяновску привет. Вот такой офигенский, классный, мощный инструмент. Работает как швейцарские часы. Так, друзья, нашли мы еще одно бревно. Но прежде чем начать его распиливать, я хотел бы рассказать о нем небольшую предысторию. Это бревно упало совсем недавно. Не просто недавно, а именно тогда, когда мы находились здесь. Были в палатке и была ночь. Был очень сильный ветер, по-моему, даже был немножко дождь. Когда это дерево упало, у меня сердце начало колотиться. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А Мишаня в это время сказал, что «О, новый валежник». В общем-то, мы походили-походили по лесу здесь, в какой стороне оно упало. Мы его нашли и сейчас будем напиливать. Не просто валежник, а сухой валежник. Она все равно тут есть, но, блин, хорошая такая структура дерева, да? Угу. Красиво. Очень красиво.
Ну что, Мишаня, давай расскажи, сколько мы чего сегодня заготовили. Сегодня мы заготовили 10 бревен. Это очень даже хороший результат. Хватит на эту стену 100%. 10 полу... Как это, как называется? Не полубрус же, как-то по-другому люди... Лафет. Лафет. 10 лафетов. Это результат мощный. Для меня лучше, ну, привычнее полубрус. А для меня вообще привычнее брус. Ну, это я понимаю, что это не брус, но... Лафет — это, друзья, такое название, которое немногие люди знают. И если указать его в названии видеоролика, то просто-напросто люди не поймут, что это, и не будут смотреть. А брус и полубрус — это сразу понятно, даже интуитивно понятно, что такое. Здесь вот у него что-то есть. То ли клещ, то ли что. Вот здесь прям даже этот поднялась шерсть на правой лопатке у него передней. Вот здесь вот. И когда начинаешь туда руку сувать, он убегает, косится. Не дает. Даже посмотреть не дает, что там. Вот видите? Ну ладно. Люджик. 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 Друзья, задавали вопросы по поводу вот этого мешка. Это насос от надувных ковриков. Ничего более. Просто здесь, получается, мы туда засунули небольшой клин, чтобы напор стал меньше воды. И вот он. Меньше расходуется вода, поэтому сделали туда клин. Принесли мы все-таки этот чугунок с родника. Сегодня будем запекать картошку с салом в нем. В фольге. Смотрим, что из этого получится у нас.
все. Добавляю еще чеснок. О. Да я тебе говорил, красота получится. Да, я знал, что красота получится. Пропеклась и даже не подгорела. Попробуем сальцы. Соленые и острые, скорее всего. Не то, не то. Все, в картошку ушло. Круто. По поводу сковородки, фольги и лайфхака. Мы делаем 4, 5, 6 слоев, и тогда более-менее она не прожигается. Ну, это так, кому интересна данная информация, а кому нет. Кому-то послужит лайфхаком, а кому-то будет вообще противно от всего вот этого вида. Да, друзья, дел, конечно, мы сегодня переделали не так много. Но зато очень продуктивный день был у нас. Какая-то погода сегодня изменчивая сильно. Сегодня весь день был ветер сильный, дождь даже шел, тучи. А сейчас даже ветринки не слышно. Мы собираемся уже заходить в палатку. Хватит на сегодня. Находились, наработались. Пора и отдохнуть. Все верно. Давайте пройдем еще немножко по землянке. Что здесь покажу? Вот вода нормально все уходила вот сюда. Ну, она вот здесь вот стояла. Вот тут вот, да? И если когда переполнялась, уходила, получается, по вот этому стоку, который мы здесь сделали. По землянке все нормально. Здесь все отлично. Все сухо. Отлично получилось соскоблить бревна, вот довести до такого белого состояния. Завтра будем вот эту сторону делать. 3 столба на правой стороне будем завтра скоблить и только потом устанавливать вот эти вот брусья. Ну а пока что, друзья, всем до завтра, наверное. Сварили хьюго кашу на говяжьем фарше, гречка. И закинул туда один небольшой кусочек колбаски, чтобы лучше ел, так скажем. Во. Ест. Сегодня у нас прохладно, дождик был ночью, точнее утром, и небо опять затянуто,
утро, а темно, как будто вечер. Все затянуло, как бы не пошел сильный дождь. Но нам работать это не помешает, у нас под крышей все, но помешает ехать обратно домой. Хьюго тоже будет работать, охранять нас. Я вышел сюда, мне было холодно. Взял в руки скобель и уже как-то как будто бы тепло стало, знаете, согрелся. Ну, может быть, здесь потому что ветра нету. Как-никак стены защищены. Угу. И ветра меньше. Может, поэтому уже как бы согрелся. Сейчас согреемся еще лучше. Однозначно. Друзья, ну это, блин, просто релакс какой-то. Кто еще получает релакс от своей работы? Пишите в комментариях. Вот эту часть заднюю скоблить не будем, потому что ее видно не будет. И сюда немножко проблематично пробраться. Вот на ту стену мы уже вообще стену-то установили. А столбы, то есть столбы, получается, лицевую часть только получится нам отскоблить. А внутреннюю, не знаю, может как-то ножами, топорами. В общем, добьемся того, чтобы она была белая. Фух, вот, я уже разделся, мне уже стало жарко. Друзья, мы закончили с оскоблением, оскоблили внутреннюю часть и сейчас приступаем устанавливать наш брус, который мы напилили вчера. Погнали! Давай на меня. Давай. Еще сюда толкну. Все. А вот все. Идет. Идет. Давай. Ага, все нормально, давай.
еще? Все. Все. Так, друзья, вот эти маленькие противные разносчики тли. Вот они ходят по всему дереву, по всей березке. Я что хочу сказать, если увидите у себя в огороде тлю, то знаете, что причиной появления этой тли это вот эти вот маленькие проказники. Рыжие муравьи. Вот у рыжих муравьев рыжая тля. У черных муравьев черная тля. Ну, в общем, принцип-то понятен, да? Ну, я хотя вот не вижу здесь тлю. А, вот, смотрите, верхние листочки погрызаны, съедены. И как будто бы деревце, березка болеет. Вся в каких-то пятнах. Где-то вообще нету листьев. Вот они, друзья, разносчики тли. Здесь видно. Маленькую-маленькую тлю тоже видно. Вот так вот разносят. Ну, это для тех, кто не знал, конечно. Вот, даже ровно, смотри, почти получилось. Да. Выровнялось. Фу, жарко стало опять. Солнышко вышло. Привет! Закрыли стену полностью. Здесь даже хватило. У нас опять пошел дождь. И мы уже собрались домой. Все вещи собрали. И потихоньку будем выезжать.